можно сказать, что в мире. Мы анонсировали новый смартфон, который разработан именно для корпоративного сегмента. Он был разработан с учетом многолетнего опыта Samsung в области инноваций в мобильных устройствах, а также собственно, с учетом широкого спектра проектов, успешно реализованных с нашими корпоративными заказчиками, в том числе с крупными компаниями. И в результате было найдено оптимальное сочетание, с одной стороны, характеристик, позволяющих оптимально работать привычным бизнес-сервисом, бизнес-приложением, с другой стороны, обеспечению управляемости и защищенности той информации, которая находится на устройстве. Денис оборвут. Соответственно, мы представляем Samsung Z3. Это смартфон, который оптимально подходит для массового оснащения сотрудников коммерческих и государственных предприятий с комфортной повседневной работе тех приложений с теми задачами, к которым они привыкли, но при этом с исключением риска утечки информации с несанкционированной утечкой информации при третьем риске. На данный момент завершена сертификация в соответствии с требованиями СТЭК России. В соответствии с условиями сертификации СТЭК программно-аппаратный комплекс на базе платформы Tizen является программным средством, которое содержит в себе возможности исключения несанкционированного доступа непроверенных приложений к той информации, которая находится на устройстве. Ну и понятно, что она должна использоваться в комбинации с средствами криптографической защиты, особенно для тех данных, которые передаются по каналам связи. Значит, с точки зрения архитектуры, функциональная модель Tizen позволяет реализовывать централизованное управление всем парком устройств, да, ну что, так сказать, упрощает внедрение на начальном этапе и последующее управление всеми политиками безопасности, да, в компании. Значит, еще что хотелось бы отметить, что с точки зрения программно-аппаратной платформы Tizen позволяет сократить требования к использованию памяти на устройстве и использует некие интеллектуальные алгоритмы обработки изображений. Все это в совокупности позволяет добиться при прочих равных условиях большей производительности устройства. Значит, ну и еще несколько слов хотелось бы сказать о, собственно, технических характеристиках того устройства, которое мы представляем. Это 5-дюймовый экран, экран с разрешением HD, используем технологии Super AMOLED, да, 8-мегапиксельная камера, которая позволяет делать качественные снимки, ну, вполне достаточно там, для повседневных нужд корпоративного пользователя, и достаточно выносливая батарейка, что немаловажно. Да, то есть она, ну, в среднем работает 2-3 дня при нормальном бизнес-использовании. Ну, что, в принципе, как бы много. Ну, я думаю, что большинство уже имело возможность вживую ознакомиться с телефоном. Он доступен в демозоне, да, то есть при выходе можно пойти его пощупать, потрогать. Телефон специально разработан, еще раз повторюсь, для корпоративного рынка и предполагается к распространению только через корпоративные каналы продаж корпоративным пользователям. Значит, продажи начинаются, отгрузки завода. Первые отгрузки завода состоятся в конце ноября этого года. Соответственно, появится в России уже на рынке где-то в первой половине декабря. На сим у меня все. Правильно понимаю, что это тот Z3, только с Tizen? Не совсем. То есть есть определенные технические отличия. Это не Z3, это немножко другой вопрос. Спасибо, Александр. Я хотел бы предоставить возможность высказаться Игорю Алексеевичу Саваге, генеральному директору научно-испытательного института системы обеспечения комплексной безопасности, поскольку он занимается именно комплексными решениями, и в данном случае такой Tizen.
Поэтому, Игорь Алексеевич, пожалуйста. Спасибо большое. Говоря о комплексной безопасности, не ждите от меня, что за третьим можно, например, отбиваться от собак. Это тоже комплексная безопасность. Как мы все-таки сосредоточимся на больше на том, скорее всего, на том последнем носке, о котором говорил Марат Аликович. При разработке мы разрабатываем в основном решение действительно обеспечить комплексную безопасность. И одно из основных решений – это SafeCom, который начинали разработать еще Симбиана, так плавно шли-шли-шли по операционной системе. И вот, наконец, появился Тайм. Я все-таки отступил на молодости, был программистом, и довелось писать код в машину. Я помню автокод, это вещь, которая позволяла делать относительные ссылки в программе. Когда пишешь в коде двоичных, то ты конец программы ныряешь, там что-то пишешь, потом возвращаешься. Я испытал радость от появления автокода, ну, наверное, примерно соизмеримо с появлением дочери на свете. Я, собственно, это к чему? К тому, что Тайзен примерно такие же эмоции были при первом знакомстве с Тайзеном, а знакомились мы с Тайзеном конкретно при принятии решения вообще браться за сертификацию операционной системы или нет. Само по себе сертификация для института там, и для групп компаний это не бизнес, а возможность, прежде чем инвестировать что-то, понять, насколько это технологично, насколько на этом можно дальше разрабатывать что-то дополнительное. И вот процесс сертификации реально, все-таки говоря о последнем носке, при разработке самая большая проблема, как в связи с последней мигой, это найти тех конкретных программистов, которые там, от автокода испытывают, уж очень орган, с которыми можно реально поговорить, что вот в этом коде вот эти там два оператора или оператора. Вот, история с Тайзеном, с Самсунгом, нам это удалось. Наверное, впервые при анализе, при консультации по операционным системам. Это не безделушка там в 10 строках исходного кода, это серьезно. Операционная система, хотя на сегодняшний день одна из самых небольших по объему, уже говорили на зале большом, что там ну, исключили много лишнего, наверное. Поэтому для института и, в общем-то, на мой взгляд, для, не побоюсь высокого слова, для России, это шанс. Это шанс не еще раз войти в ту же воду. Коллеги с не меньшим опытом входили в эту же воду с историей с МСВС и с прочими системами российскими. Здесь этот шанс, на мой взгляд, который надо использовать, потому что это реально открытая система, это реально реализован последний носок, это действительно технологичная платформа и еще одно безусловное качество – это возможность на этой платформе не просто ее, это не самоцель, дорабатывать, устанавливать, делать безопасно. На этой платформе действительно достаточно относительно несложно, с учетом HTML5, с учетом того, что это все же Linux, разрабатывать те самые приложения для конечного пользователя, который, безусловно, ценит в первую очередь, опять же, последний носок, что там внутри в этом барабане мало интересует, а вот то, что носок может достать из основной машины, это классно. Вот приложение это примерно то же самое. Поэтому институт проверил при сертификации и утверждает, что барабан действительно безопасный. А дальше, это первое слово, тем самым производителям приложений, которые на Z3, я надеюсь, слышал уже Z5, Z7, это может быть виртуальные вещи, но тем не менее, которые будут разрабатывать и делать то, что сейчас реализовано на iOS, на Android, уже с учетом того опыта, который был, в том числе и негативного опыта, который был при разработке приложений. Говоря все-таки об этих платформах, которые я называл. Вот там я, к сожалению, при разработке системы управления, которая функционирует и под iOS, и под Android, и под Symbian, вот там, я, к сожалению, нам не удалось найти
такого контакта, таких возможностей, как у Тайсона. Спасибо. Я хотел бы сказать о том, что вот Игорь Алексеевич представляет один из центров компетенции российских, которые работают как бы вот на серьезном уровне, говорят на мировом уровне, на очень серьезном уровне. Вот. И нам повезло, что такие центры в России есть, потому что если бы не было Игоря Алексеевича, мы бы сейчас не были, скажем, даже на этой выборе. Неважно, я говорю просто, что есть, что есть. Вот. И у нас есть еще один центр компетенции, в который я прихожу всегда в приподнятом настроении повидаться с людьми, а ухожу в еще более хорошем настроении. Это центр систем, это институт системного программирования Российской Академии Наук. Вот. Я хочу представить директора института, который, значит, пока еще, ну сколько? Месяц директор? Два? Три месяца. Ну, три месяца. Три месяца как директор. Арутюн Ишханович расскажет вам опыт института, поскольку институт 5 лет работает, или уже 6 лет работает с Samsung по контрактам и занимается в том числе оптимизацией кода Тайзена. Является одним из, наверное, может самым продвинутым центром внешним по работе с Тайзеном в мире, если не считать самого Samsung, центр номер один. Анатолий, спасибо большое. Да. Будем стараться дальше поддерживать вот это настроение. Раз мы здесь все собрались сегодня, то значит, ну, я так понимаю, мы все верим и надеемся, что платформа Тайзен актуальная платформа, у нее есть большое будущее. Каждый из нас, конечно, имеет свою точку зрения, свой исторический опыт и так далее, поэтому слон большой и со своей точки зрения на это смотрит, но все равно нас объединяет эта вера, наверное. На чем она базируется? С точки зрения вот нас, например, институт. Мы с 2008 года с Samsung работаем. И уже в это время Samsung Linux платформа существовала. И, собственно говоря, много чего в нем делалось, в том числе нашими руками. В частности, там платформа SDK, так называемой разработки, или анализ кода на обнаружение уязвимостей и дефектов. Вот такого рода вещи. И эти работы до сих пор продолжаются, мы работаем, поэтому кое-что изнутри мы знаем. Но так как мы академический институт, технологический, это очень важно, то мы на самом деле никакой компании не привязаны и ни от какой компании не зависимы, и, соответственно, делаем технологии для Android, и для Microsoft, и для других платформ, и поэтому есть с чем сравнивать. Но Тайзен на наших глазах вот с 2008 года с абсолютно закрытой платформы шаг за шагом шел к открытости. И вот сегодня, там уже об этом говорилось, и большая часть платформы это на самом деле открытый код, и там уже достаточно открытого кода, чтобы полностью независимо можно было разворачивать и создавать свои платформы. Это, конечно, дорогого стоит. Естественно, с нашей точки зрения, вот здесь все говорили про приложение, я думаю, все-таки системное программирование, поэтому мы исходим из того, что приложение, конечно, люди все равно будут ориентироваться на бизнес, приложение должно продаваться, неважно, кто за это платит, да, и надеемся до этого дожить, но очень важно, чтобы те, кто делает ставку на платформу, а если мы говорим, что у нас в стране должна какая-то своя платформа появиться, у них должна возможность развивать эту платформу, ее синхронизировать с международным сообществом, в открытую, и, собственно говоря, и все эти цели, я надеюсь, будут достигнуты в рамках вот создания ассоциации, которая вот сейчас создается российской. Уже вчера официально, да, получили регистрацию. Конечно, здесь есть риски по дороге и так далее, но мы сейчас не это обсуждаем. Если бы мы не верили, что эти риски можем побороть, мы, наверное, не собрались. И, конечно, есть вещи, которые должны быть реализованы сугубо в России, в частности, это то, что связано с безопасностью, скажем так, в широком контексте. Ну, например, там технология NOX, там, самсунговская известная, она, возможно, не будет открываться, нужно делать российский аналог, ну и так далее, там есть много что делать. Но в любом случае должны появиться люди, которые могут не просто там поддерживать на каком-то уровне, а именно развивать платформу, в том числе в России. И так как мы воочию видим, это интегрированы с лучшими вузами страны, и воочию видим, что
К сожалению, мы постепенно так скатываемся не совсем в ту сторону, которую нужно, потому что дело в том, что, чтобы поддерживать технологический уровень, нужны соответствующие платформы, среды, в которых люди развиваются. Иначе вы становитесь потребителем, а не разработчиком. Да? То на появление платформы Tizen и его вот такое продвижение в России, я считаю, конечно, для с точки зрения нашего института это является большим плюсом. Я очень надеюсь и искренне верю, что это удастся. И в ближайшие несколько лет мы будем видеть, что он постепенно, не в один день взлетит, там, а вот постепенно будет набирать обороты, будут появляться люди компетентные в стране, которые его могут двигать, и появится вал приложения, о котором говорилось, в частности, на базе Сколково. Спасибо. Ну, я хотел бы дополнить замечательные слова Артема Шкановича одним моим диалогом с научным руководителем нынешнего института, академиком Виктором Петровичем Иванниковым, который был бессменным директором с момента основания 1994 года. Я Виктору Петровичу задал вопрос. Виктор Петрович, а вот как вы оцениваете Tizen? Есть ли что-нибудь лучше Tizen для решения той задачки, о которой мы думаем? Вот. Он совершенно, не сомневаясь, сказал, лучше решения сейчас нет. Виктор Петрович, он такой человек принципов, и из него такое вытянуть невозможно. Либо он скажет это, либо он подвергнет сомнению. Он многие вещи подвергает сомнению. Здесь он без всяких сомнений сказал, Tizen является наилучшим вариантом в данном случае. Вот. И задачка у нас, в общем-то, простая. Есть главный тренд сейчас, да? Главный тренд IT-индустрии, значит, что мобильные среды превращают все информационные технологии в сервисы через мобильных операторов для всего на свете. Вот это такой тренд, да? Потому что мобильные среды, они превращаются постепенно от телефончиков там и таблеток к носимым вещам. Я имею счастье вот носить тайзеновские часики, которые имеют внутри сим-карту. Вот. И эта штука хороша. Боюсь, что Samsung, он сейчас выпускает круглые часики, поменьше, вот, а такие может перестать выпускать. Изумительное решение, там, вот сейчас у меня на данный момент 43 приложения крутится, и я сейчас жду, чего они дальше будут изобретать. Потому что Samsung настолько много изобретает, что иногда вот изобретение пошло к клиенту, потом на некоторое время исчезает, замещается другими, значит, приложениями. Вот расскажу про одну интересную деталь. Многие из вас, наверное, знают, что когда Samsung придумал гнутое стекло, вот, то сделал вот такой телефон, Edge называется. Он сделал боковой экран. Отличная вещь. И вот на новых экранах такая функция, на новых телефонах такая функция в той степени, как здесь, не реализуется. Это называется Note 4 Edge. Потому что когда вы выключаете основной экран, как говорят на всех совещаниях, выключить телефон, то сбоку потерев, получаете экранчик боковой, по которому бежит информационная строка. И сидя на совещании 2-4-6 часов, вы все время в курсе событий, потому что строку эту настраиваете под себя, смс, некоторые электронные почты, главные новости, все здесь. Вот. И такая инновация, боюсь, она на некоторое время исчезнет, потому что новейшие телефоны вот такого информационного экрана не имеют. Я должен тоже дополнить. Бегущая строка для вас, это возможность сидеть на совещании в 4-6 часа. Для меня, для разработчика, это безумная экономия энергии. Когда телефон, ну, наше приложение, это же клиент, который все время подъедает. Да. Процентов 10 не съедает от заряда. И самая большая была проблема при внедрении большого заказчика. Почему твой телефон работает так, ну, 12, а так у тебя 6 часов. Да. Вот, да, с этого начинать.
Вот, да. Вот эта вещь позволяет раза в 4 телефон сделать мини-батарею. Да. Вот, это великая вещь. А у вас есть здесь его? Нет, строки нету. Да, он подсвечивает, но не дает информацию. Вот, поэтому сейчас ноут 5 будет, у него, правда, другая интересная вещь. Экран не включен, а вы можете писать на нем тексты перышком. Невидимые, так сказать, но они сохраняются и так далее. Тоже интересный сюжет, тоже очередной как бы способ последнего носка. Вот, поэтому Samsung все время изобретает. Я думаю, этот поток изобретений будет втаять за ней, поскольку мы договорились с Samsung работать в таком динамическом равновесии, что мы, скажем, получаем всегда релизы Тайзена и имеем возможность, добавив определенную безопасность, сделать локальную версию, но при этом не отрываемся никогда от базы, то у нас будет поток инноваций в тех защищенных версиях, которые пойдут корпоративным клиентам. Вот. И что важно, что Тайзен, он не имеет унаследованной, как, допустим, у андроида, функции сервисов. Вот. И эти сервисы, они постоянно стараются побольше узнать про вас, как про клиента, и помочь вам удобнее работать с телефоном, но эти же сервисы с собой несут определенные угрозы, вы знаете про это. Потому что в результате сервисы могут попасть, ваша информация может попасть в другие точки, куда бы вам не хотелось. Поэтому решения, которые будут на Tizen, они будут ориентированы на защищенные корпоративные облака. Поэтому ваши личные данные будут защищены. Вот те, кто были на первой части, на пленарной части нашего мероприятия, помните, что Галицкий сказал, что нужно три аспекта иметь в смартфоне. Один аспект – это работа, скажем, в той корпорации, где человек работает. Второй аспект – это он как социальная фигура, он в социальных сетях. И третий аспект – это полностью защищенная персональная среда, контакты с семьей там, и так далее, и так далее. В принципе, на Тайзене все это можно будет реализовать. Вот, поскольку с самого начала степень защищенности среды будет регулироваться продуманно. Вот. И, на мой взгляд, это очень важный шанс для России реализовать и ту версию защищенную, которую мы сейчас как бы презентуем, но также и использовать более творчески массу дополнительных приборов, которые сейчас включают в себя телевизоры на Тайзене, спортивные браслеты на Тайзене, фотокамеры там и так далее, и так далее. Этот круг будет расширяться в сторону интернета вещей. Я убежден, что Тайзен пойдет в не только в носимые типа часов, но во всякие, так сказать, присоединяемые к одежде элементы мобильной инфраструктуры и так далее. Потому что он спроектирован так, что будет готов взять все форм-факторы, которые будут предложены конструкторами. Вот. Ну вот я хотел бы на этой ноте пока завершить наше вот вещание и послушать ваши вопросы, попробовать на них ответить. Вот. Мы можем попробовать поработать без микрофона, поскольку... Нет, лучше с микрофоном. Лучше с микрофоном? Да, вы. Павел Фролов, журнал Linux Format. Я, если можно, хотел бы всем докладчикам задать вопрос по поводу расширенного толкования термина информационная безопасность, информационная независимость с точки зрения Тайзена. 18 сентября в Госдуме произошло заседание стратегической комиссии по стратегическим информационным системам, где обсуждалась история с Linux, свободным программным обеспечением для использования для нужд государства. И там прозвучал очень интересный тезис о том, что реальная безопасность
и независимость в области свободного программного обеспечения будет достигнута только когда количество кода и вообще вклада в любой открытый проект, который делается с территории России, международный проект, превысит совокупный вклад всех остальных контрибьюторов этого проекта. И, соответственно, вопрос, видите ли вы сценарий, при котором российские контрибьюторы смогут вкладывать больше код и лидировать, собственно, вот в этой открытой разработке, чем там какая-то отдельно конкретно взятая страна или корпорация. Спасибо. Ну, честно говоря, то, что было сказано в Госдуме, не знаком, поэтому, возможно, я через отраженное могу не так правильно понять, поэтому скажу из того, что помню. Во-первых, свободное ПО, в том числе Tizen, это огромное количество строк кода. Если перевести там в тома, это будет такое количество томов, что, причем это связано те коды, которые вместе работают и так далее. Да? Если даже мы все программисты российские сядем и с утра до вечера будем писать код, то можете перемножить на производительность труда программиста и понять, что ему нужно достаточно много времени. А так как код будет не сразу связан и так далее, поэтому не очень понятна постановка. Мне кажется, что наличие кода и его доступность и свободность, оно само по себе уже точно лучше с точки зрения безопасности. Второе. Нужно развивать инструменты анализа кода, в том числе и исходного кода, на предмет обнаружения уязвимости, дефектов и так далее. Такие работы у нас в стране есть, в частности, делаем мы. И там западные продукты доступные, лучший продукт американский, это Coverity. Сейчас американское правительство вложило 50 миллионов долларов в еще одну компанию, потому что было принято решение, что любой софт, который будет в госорганах США использоваться, должен пройти через два независимых инструмента, вот чтобы вы понимали масштаб деяния. Да? И мне кажется, что вот это одно из направлений, и свободность софта позволяет с ним работать именно как с исходными кодами, не через дупло, вообще не через глаз, где вам дали как будто бы доступ к софту, а на самом деле система сборки недоступна, что потом во время сборки происходит непонятно, то есть это все. Второе, с точки зрения безопасности нужно развивать, конечно же, технологии, аналоги, просто чтобы было понятно, что технологии не вдаваться, типа NOX, то, что делает Samsung, да, и это, естественно, аппаратно зависимые вещи, и, конечно, без развития аппаратных вещей в России или лицензирования, например, того же ARM, потому что там все открыто, можно подписать NDA, там получить доступ к информации и так далее. Но все равно современная аппаратура, классика любой конференции в этой области, вам говорят, что аппаратура стала намного гибче, и она как бы уже гибкая. Да? Вам никогда нельзя быть гарантированным, что вы первый, даже если вы супергипервизор сделали и так далее, и мы развивали эти технологии, я знаю, о чем я говорю. И всегда там есть свои проблемы. Да? Второй пласт вещей, который, наверное, должен быть запущен и должны развиваться в стране и так далее. Но уже сейчас нужно на достойном уровне решать и это тоже. Вот, наверное, я на этом остановлюсь, потому что это вечно можно обсуждать очень долго. И здесь тем более есть люди, которые профессионально занимаются безопасностью, может, они просто скажут уже больше. Да, спасибо. Я добавлю вот тезис по поводу Думы. Также некоторые, ну, уже в возрасте люди, да, имеющие опыт, я помню, что в 80-е годы я молодым был программистом, был норматив 20 строк исходного кода. Тогда еще как бы было, тогда мы были комсомольцы, были партийцы, верили почти во все и в то, что 20 строк исходного кода — это правильно. Теперь понимаю, это примерно так же, как от художника, не боюсь этого слова, от писателя, страницу написал быстро роман. Вот примерно такой же требование. Поэтому к вопросу о том, что мы должны разработать кода больше, чем все остальные, мягко скажем, не думаю, что мы будем программисты. От лукавого, да. Это первое. Поэтому на совести тех, кто об этом говорит. А по поводу все же кода. Да, действительно, вообще дупла замечательная аллегория. Вот насчет дупла, да, это и сегодняшний дупло дают смотреть в сторону Microsoft. В дупле, в том числе, нам давали смотреть и в сторону некоторых продуктов IBM. Вот. Ну вот потрогать, просто потрогать, да, из-за того что-то слепить, не что-то слепить, а модное слово кастомизировать под конкретного заказчика, причем заказчика большого, я вот говорил о том, что это большая проблема. Кастомизация и просьба там, в сторону одного производителя, а он, как правило, большой, ну это где-нибудь
на полгода встанешь в очереди на заявки, после этого компания рассмотрит эффективность вообще бизнеса от вот этих внесений изменений, и через полгода скажет, не вписывайтесь вы со своими хотелками, желаниями, потому что у нас есть типовое решение, есть заказчики, а вы там, во-первых, там, с 2% оборота, я имею в виду, в России, а тут еще конкретная корпорация, там 1/100, поэтому people yes, все. Вот так действительно было. В части вот, с Кайзеном просто хочется верить, а по крайней мере сейчас не просто все иначе, а я приведу пример по поводу все-таки Кнопса на Тайзене, который мы, собственно, и разрабатывали. Пример был пример следующий. Нам необходимо было, вы если заметили, за третьим, по-моему, десеньки, это неспроста. Вот есть такой термин, бьет, если свое устройство домой, из дома. Долго спорили, года 4, по-моему, эта тема такая изъела, по-моему, себя съела. Вот. Но тем не менее, корпоративному заказчику, да, в этом телефоне предполагается 1 симка для корпоративных разговоров, для доступа в интернет корпоративную, 2 симка для ПК, для GSM, не для передачи данных. То есть действительно есть необходимости, в том числе и на работе, позвонить или получить звонок. Поэтому вот это требование, по сути, Samsung реализовал по желанию корпоративного заказчика из России. Я не то что давно, я вообще не видел подобных фокусов больших партнеров. Это к вопросу о... Единственное, если можно, еще два слова. Может быть, все-таки имеется в виду не количество кода, которое будет сделано, потому что здесь абсолютно я согласен с тем, что вот если вдруг мы живем в политической ситуации, знаем, что происходит, да, завтра самая плохая ситуация, нам все перекрыли, действительно, не как сейчас, там все-таки где-то что-то можно. То, естественно, когда открытый код, даже, но у вас в стране нет людей, кто в нем понимает, то все равно это вы потеряли много лет, пока вы восстановитесь. И поэтому, собственно говоря, вот Лайзен, Российская ассоциация, все вот эта цель, чтобы в стране появились люди, которые в том случае, если вот что-то такое произойдет, действительно уже даже не синхронизируясь с международным сообществом, на каком-то достойном уровне это вести. Но это год, это за один день сделать нельзя, и сегодня, ну, дорогу осилит идущий, как известно. Может быть, с этой точки зрения, может, в Думе обсуждалось, потому что я хочу, пытаюсь моделировать, как бы понятно. Да. Если можно, я можно другим задать? Не, ну, как-то давайте, то есть, уже собой. Вы знаете, Андрей Колесов, еженедельник и CV. Мне хотелось бы все-таки перейти вот от таких, извините, очень общих разговоров о счастье человечества и, так сказать, ну, каким-то конкретным вещам. Скажите, пожалуйста, что собой сегодня представляет проект Тайзен? То есть, кто входит, ну, кто входит в это сообщество? И я так понял ваш вопрос, есть ли там контрибьюторы из России? Простой вопрос-то очень. Есть ли они? Да? Второе. Она появилась, насколько я понимаю, не сегодня. Там, вот у вас в часах там, и так далее. Где она применяется на сегодняшний день? Третий вопрос. Кем она применяется, кроме компании Samsung? Ну, вот пока вот такие вот вопросы. Ну и четвертый вопрос я могу сразу сказать, какое, собственно говоря, к этому отношение имеет Россия вообще. Хорошо. Значит, во-первых, что касается членов ассоциации. Можно микрофон? Что касается членов ассоциации, вот я окружен двумя, вот, их достаточное количество. Я имею в виду международный открытый проект по созданию вот этой системы, или там только Samsung? Мы говорим сейчас о российской... Нет, я вас спросил, о проекте, о международном проекте Samsung. Да. Набираете Тайзен Ком, по-моему, да? Фак, можно будет слова рассказать просто? Как Россия представлена в этой ассоциации. Я именно прошу в двух словах. История Тайзена, как она возникла, потому что не бывает, проект всегда имеет какие-то, ну, корни. Был проект Samsung Linux Platform, внутри Samsung, который делался. Он был вообще тогда закрыт на базе Linux, естественно. Было несколько других проектов, которые Nokia, Intel, там, Miga, ну, неважно. И в какой-то момент, несколько лет назад, было принято решение, они были слиты в одну, которая, собственно, была названа Тайзеном.
так как мы внутри разработки были, я могу сказать, что это, по сути дела, тот же Samsung Linux Platform, а все остальное более-менее маркетинговые усилия. Что? Вада? Нет. ВАДА отношение к Samsung вообще Linux вот Tizen не имеет вообще на самом деле, а имеет отношение следующее, что ВАДА проект был закрыт, разработчики ВАДА, а там очень квалифицированные ребята действительно, они делали много чего. Так, мы сейчас с ними передавали SDK для Tizen, и они сейчас его развивают, дальше поддерживают, потому что мы сделали определенную инновационную вещь, передали, а дальше они уже там делают. Так вот, они просто были слиты туда. ВАДА это вообще отдельное место. И вот сейчас этот Tizen на борде, это по сути Samsung Intel. И если вы посмотрите, там есть куча организаций, в частности, японская, да, ну, в частности, телекоммуникационная компания японская там есть и так далее. Но основные, ну, управления, как бы, в руках у Samsung и Intel. Вот, если коротко. Что касается российского представительства? Российское представительство, вот сейчас, то, что все знают, создается ассоциация. Мы надеемся, что она будет развиваться и идти. Если исторически, вот, на самом, я не знаю, может быть, не может быть, а точно московского Samsung участвовал, и участвовали мы, собственно говоря. Это было в среднем от 30 до 60 разработчиков работало и делало разные вещи для Tizen, в частности SDK, и до сих пор продолжаем делать систему анализа кода на предмет обнаружения дефектов и уязвимостей. Вся эта технология принадлежит полностью Российской Федерации в лице нашего института, что является нами предметом гордости. Но, в принципе, это вот дело с рамках Tizen ассоциации. Хотя вопрос я понимаю, конечно, нельзя сказать, что сейчас уже массовое явление является, что все организации в России используют или разрабатывают Tizen, но это не так, конечно. Ну, я понял суть вопроса, я вам несколько пояснений дам. В отношении того, как Tizen используется, часики продаются в открытой продаже. Некоторые виды часиков, вот эти, например, шли без рекламы. Это, видимо, ну, как-то связано с тем, чтобы не мешать продажам гугловских часиков. Трудно понять. Но они хорошо все продаются. Есть сейчас, если вы зайдете в самсунговский любой магазин, вы увидите определенное количество товаров на Tizen, которые есть. Телевизоры, фотокамеры, значит, часы. Вот. И через некоторое время появятся смартфоны. Нужно сказать, что смартфонов на Tizen уже в Азии продано более миллиона штук. В Индии, Бангладеш, в некоторых других странах. Вот. Поэтому платформа развивается, платформу можно щупать в разных реализациях. Что же касается роли России? Я бы сказал, что роль России была в том, что Россия первая начала говорить с Samsung о корпоративном применении Tizen. Поскольку для России это очень интересно и важно. И нужно было убедить Samsung, что то решение, которое он предложил, вроде открытое решение, оно в то же время может привести к очень контролируемым технологиям, нужным для бизнеса и для государства. В этом смысле российский офис был инициативнее других офисов в Samsung. Это можно точно сказать. Поэтому мы набиваем шишки первыми, уговариваем там, значит, добиваемся своего. И выходим на уровень корпоративных решений первой страны. Кто кроме Samsung выпускает какие-нибудь устройства на базе этой системы? Пока никто. У меня вопрос был об этом, а вы мне рассказывали о другом. А можно поставить на другую, на другой аппаратный обеспечение? Да. Я наблюдал такие вещи, просто наблюдал, как берутся вот, часики на Tizen, и под управлением этих часиков формируется решение на базе разных, разных решений, разных производителей, железных, я имею в виду. Это открытый процесс, он будет развиваться. Я в этом смысле убежден, что у нас как бы пойдет такая народная сборка в самых разных направлениях на базе Tizen. Вот. И это пойдет в первую очередь в образование, в тренинги и так далее. Платформа открытая, ее можно скачать, ее можно использовать. И здесь никаких ограничений нет.
по части закрытой можно сказать, что каждый производитель, он закрывает свои интерфейсы, свою настройку на конкретное железо. Вот. Но это всего 5% кода. И в этом плане тоже у нас есть соглашение с Samsung, что будет гибкое взаимодействие. И я надеюсь, что вот к этому самому, к национальному форку мы переходить не будем. Когда как бы застывает развитие базовой системы, и из нее делается длительное время и очень медленно какие-то версии. Вот. В этом надежда наша, что это будет искусственный, динамичный проект, который будет развиваться и внутри страны, и вне страны. И те, кто будут в России писать приложение на Tizen, они его будут выгодно продавать на мировом рынке, потому что мировой рынок Tizen растет очень быстро. Очень быстро. И по анонсам, в следующем году телефоны на Tizen пойдут в 5 крупнейших европейских стран, в том числе и в России. Быстро это вот какие-нибудь данные вы можете привести? Ну, какая доля это сейчас выпускается продукции? Я имею в виду смартфоны, планшеты. И как, на какой процент вы собираетесь выйти, ну там, на следующий год? Не в России, а в мире. Я не могу вам назвать те цифры, которых у меня нет. Я вам сказал, что сделано. За этот год выпущено и продано клиентам 1 000 000 телефончиков на Tizen. Эта цифра мне известна. Я думаю, что я не совру, если скажу, что продано 15 миллионов телевизоров на Тайзе, что продано порядка 5 миллионов всех видов часиков на Тайзе, даже меньше. Да? Это цифры, которые мало о чем вам говорят, но это реально то, что сделано, то, что известно. Может, я занижаю цифры, я их не забыл. Вот. Поэтому это только начинается. Все как бы только начинается. И то, что мы в самом начале этого пути смогли выйти на корпоративное решение, я считаю, это достижение вот российской технической общественности. Скорее, продолжим? Да, потому что надо было убедить, нужно было сделать решение, нужно было доказать, что это перспективно. И, ну, во многом нам везет. Я говорю, вот такого института системного программирования, как у нас, с таким опытом, ни у кого больше нет. Как ни парадоксально. Да, а вот когда это факт, что с этим делать? Да смеяться. Факт. Ну, не факт, это, ну, извините, конечно. Вот через некоторое время, там, через месяц вы скажете, когда разберетесь, скажете, а придется признать, что это факт. Знаете, я не знаю, что это так что не надо. Давайте не вступать в дискуссию. Давайте. Забавному. Например, тоже похожая тема. Как известно, есть такая компания, бывшая Research and Motion, потом называлась BlackBerry. И потом, когда она начала строго со своими корпоративными решениями быстро делать долю рынка, из-за того, что не удалось заинтересовать разработчиков, собственно, писать софт под платформу, они пытались завершить запуск приложений для Android. Это, в общем, еще быстрее убило платформу. Сейчас, как известно, компания в очередной раз собирается там закрываться. Хотя, вот, в принципе, многие годы была практически монополистом в области корпоративных решений, да, и сейчас успешно многие бизнесы нашли замену, да, в виде каких-то дополнительных решений на базе распространенных платформ. Просто из-за того, что люди не хотят пользоваться такими устройствами, которые, в принципе, являются вещью в себе. Вот, то есть, не приведет ли это к тому, что вот история с Tizen в телефонах, она в итоге закончится так же, как закончилась для BlackBerry? Я бы хотел сказать, что Samsung при этом параллельно выпускает спокойно телефоны на Android. Вот, и может быть самый крупнейший производитель телефонов на Android. Да. Вот, поэтому Samsung одновременно клепает железо для
там, для очень многих производителей, в том числе производителей. Поэтому все может быть. Говорят, будущее спрогнозировать точно невозможно, но некоторые вещи можно ориентировочно предсказать. Да? Поэтому пока в общем объеме выпуска Самсунга, выпуск устройств на Тайзене очень маленький. Вот. Это еще идет пробные выпуски, пробные модели, все это идет, но при этом, так сказать, все это идет постепенно по нарастающей. Поэтому мне трудно связать эту историю и историю BlackBerry. Просто трудно, потому что многопрофильная крупная компания, она пробует себя во всем. Да? Пойдет, не пойдет. Если не очень здорово идет, переключается. Вот я возвращаюсь к машине, которая засасывает последний носок. Вот пойдет, будет продаваться, будут выпускать. Если нет, откажутся от этого. Придумают какую-то другую форму. Но они постоянно, там есть такой тезис в Samsung: меняйте все, кроме жены и детей. И, значит, это все время происходит. Все время меняются модели, меняются подходы и так далее. Это удивительно динамичная компания. Ну вот, и поэтому я надеюсь, что этот маневр с Тайзеном, он даст результат. Но он не является таким критичным для Samsung, как для BlackBerry ее выборы. Да? Я хотел бы добавить, я меньше, конечно, чем Samsung, не с ОКБ, но насчет жены и детей согласен. Что хотел бы добавить? НИИС ОКБ тоже занимается не только, я говорил, не только Тайзеном, но и всеми остальными платформами. Но к вопросу о будущем предсказать, есть другой тезис. Можно предсказать будущее, если его делать самим. Поэтому да, мы рискуем, да, мы включились, но, как и все стартапы, но рынок пока, я имею в виду конкуренции, пока нет. Поэтому тот, кто... У нас единственное конкурентное преимущество. Мы вначале, мы чуточку быстрее справились с компетенцией. Вот, собственно, наше преимущество. Грех его не использовать. Если использовать будет негде, ну, отойдем. Хотя вот все предпосылки, о которых мы говорили, которые я вижу, на мой взгляд, ну, по крайней мере, в моей жизни, скорее всего, шанса такого не будет. Именно для компании. Вопрос. Какие у компании Samsung цели или, может быть, политики по отношению к устройствам на Android? То есть от вас же зависит, насколько быстро эта платформа завоюет мир. Ну, я бы так сказал, что у Samsung есть определенные таргеты по Android, и он наращивает эти таргеты. Он как бы считает, что если продукты продаются, Первая задача компании – быть прибыльной. И пока прибыльность на направлении Android растет. Поэтому я бы не сказал, что это одно другому мешает. Для Android огромный рынок мировой. Да? И я не буду говорить сейчас опять о сравнении, почему Tyson в данном случае. Да? Но Android сама по себе вполне себе растущая мировая платформа. Поэтому планы у Samsung быть номером первым в продаже Android. Они пока сбываются. С большим отрывом. Вот. Несмотря на сильное давление китайских компаний, которые, ну, как бы, стараются, снижая издержки, выигрывать, ну, как бы, ниши, дешевые ниши. Вот. Ну, вот Samsung в прошедшем квартале показал рекордную прибыль за последние там несколько лет. Вот. Все-таки как-то прорвался через эту конкуренцию. Вот я могу сказать, что у Samsung цель быть прибыльной многопрофильной компанией. Эта цель и достигается. Хотя последние 7 лет упорно аналитики предсказывают, что Samsung прорвет. Вот. Ну, нет, не разваливается. Валерий Коржов, журнал Connect. Дело в том, что, насколько я понимаю, в Азии платформа
тайны, предназначены для массового пользователя. В частности, там, насколько я понимаю, проект реализуется на уровне операторов для того, чтобы телефон был привязан к оператору. Ну, то есть там сервисы операторские там, и так далее. В России, если я правильно понял, вопрос сейчас идет о корпоративных платформах. В данном случае, да. Вот я с этим как раз и связан вопрос. А будут ли все-таки операторские сервисы, то есть будет ли предложение данных устройств, ну и, соответственно, экосистемы для операторского рынка, то есть для... Ну, то есть, короче, увидят ли данные телефоны массовый рынок? Я говорил только что об этом, что планируется запустить клиентские телефоны на Тайзоне в следующем году в 5 крупнейших странах Европы. Телефоны или смартфоны? Можно сочетать? Господи. Телефоны или смартфоны? Смартфоны. Вы тогда называете, может, телефоны — это телефон, а смартфоны — это вообще... Смартфоны. И они отличаются тем, что у них нет, в частности, магазинов приложений. Поэтому вопрос такой. Смартфоны. У вас есть магазин приложений? Для Тайзена? Есть. Есть. Что-то вот товарищи Samsung снимают. Я проверял, есть. А вот о них, видимо, не знают. Просто тогда получается, что вы ведете уже проекты с российскими операторами. По этому поводу нет. По тому, о чем вы говорите, по клиентским, нет. Если кто-то участвовал здесь год назад, в этом месте проходил, как бы проходило событие, когда пытались запустить телефон на Тайзоне в России, клиентский, и его отменили. По техническим причинам. Вот, ровно здесь, год с лишним назад это было. Вот, был отменен. Но в следующем году, я думаю, клиенты получат телефоны на Тайзоне. Но это, опять-таки, я предполагаю, опираясь на разовый информационный, как бы, выпуск на эту тему, что ожидается в 5 крупнейших странах Европы. Более точной информации пока нет. Я бы еще хотел прокомментировать по поводу, собственно, магазина приложений. Магазин приложений будет делаться под, поскольку продукт позиционируется как корпоративный, то магазин приложений будет делаться под конкретный проект, под конкретного заказчика. То есть магазины приложений в том понимании для массового, как мы привыкли, там, да, как Google Play или что-то в этом духе, его нет на телефоне. Поэтому он будет создаваться индивидуально. Вы говорите, под... с вашим соседом, есть он или нет? В массовом понимании его нету, такой же, как аналог под Android, например. Но он есть и будет создаваться, кастомизироваться, соответственно, в рамках конкретного проекта под заказчика. Вот. Еще раз я вот еще просто хотел по поводу операторов добавить немножко, да, что опять-таки вот тут у нас небольшое пересечение пошло про массовый рынок, про корпоративный. Про массовый рынок действительно речь не идет, да, взаимодействие с операторами, но мы активно взаимодействуем с операторами в плане корпоративного рынка, да, то есть сейчас вот наиболее активный наш партнер — это компания МТС, с которым уже обсужден план действий, как мы будем совместно продвигать и развивать Тайзен. Да? Ну, соответственно, с другими операторами тоже, я думаю, что активности не заставят себя долго ждать. Поэтому у нас есть, как это, обширные планы по продвижению совместно с операторами сервисов, так сказать, на базе платформы Тайзен. Дмитрий Копоченко, Computer World. Поясните все-таки, пожалуйста, какие 5 крупнейших стран имеются в виду? Ну, там имеется в виду, я видел этот список, там на самом деле некоторая неточность может быть, если 5 крупнейших стран. То есть Украины нет, а Польша есть. Там есть, естественно, Россия, Великобритания, Германия, Франция. Вот, и, значит... Вот Польша. Россия. В 5 этих странах будут пользовательские телефоны. Да. Только в России будет корпоративный. Насчет корпоративного мы делаем. Может быть, кто-то делает тоже. Мы пока такой информации не имеем. То есть корпоративные модели в разных странах делаются полупартизанским методом, независимым представительством. Как-то я слышал высказывание одного нашего генерала, он говорил,
Насколько нам известно, там рассказывал, а потом говорил, но практика показала, если нам что-то неизвестно, то это не существует. Но генерал был из ФСБ. Вот, я бы не сказал так уверенно, но по нашим данным не делается. То есть фактически корпоративный Тайзен делается только для России? Да. Вы его, вот, как вы сами сказали, компания динамична, если что-то не идет, она от него откажется. То есть одновременно вы предлагаете уже, я так понимаю, не только даже коммерческим, но и государственным органам их использовать Тайзен. Как-то оно все вместе не вяжется. Ну, вы знаете, пилоты делаются в разных местах. И почему это не вяжется, и с чем не вяжется, я не очень понимаю. Вы этим занимаетесь, так сказать, почти на свой страх и риск. В других странах продвигать корпоративный Тайзен пока планов нет. То есть это такой маленький бизнес для Самсунга будет, что он, в общем, может и сказать нечего на эту силу тратить. Смотрите, просто здесь просто прокомментирую немного. Еще раз, вот, надо понимать, что это как бы начало проекта сейчас. То есть вот сейчас мы как-то немножко рассуждаем о очень далеком будущем, и это все из разряда предположений в основном. Значит, сейчас речь идет о том, что устройство Тайзен вот, на данный момент, да, вот в реальности, оно продается на индийском рынке, оно действительно предназначено для массового, там совершенно другая бизнес-модель, там дешевое устройство для массового рынка, продвигается совместно с операторами. В России Samsung как бы решил запустить некий пилотный проект по позиционированию Тайзена для корпоративного рынка. Это делается как бы впервые в мире. Да? То есть это как первый проект, вот, ну, что несет в себе определенные риски и возможности, да? Как это всегда бывает. Вот. Это как первый момент. Второй момент. Устройство оно, ну, как бы одинаково. Да? То есть вот тот же самый Z3, он сейчас вот в тот же день, сегодня же, анонсируется в Индии. Да? То есть железка одна и та же. Но корпоративным, поистине корпоративным, его делает приложение, да, и вот та самая модификация, которая делается в России с помощью российской Тайзен ассоциации, да, которая сейчас регистрируется, которая кастомизирует ее под нужды российских предприятий. Да. И те решения, которые вот коллеги из НИЮСКБ и многие другие будут создавать, то есть вот те самые разработчики, о которых говорилось ранее, да, которые будут делать для корпоративного пользователя. То есть никто не мешает абсолютно другим странам пойти по тому же пути. Да? То есть то, о чем говорит Марат Аликович, что на данный момент Россия впереди других. Она уже, так сказать, сделала несколько шагов вперед на этом пути. И ну, как, мы надеемся, что мы сохраним, собственно, вот этот темп. Вот мы говорим о чем. Но при этом, ну, конечно, мы не можем как, дать 100% гарантии, что там, любой этот пилотный проект он будет успешен. Да? Как там говорил один мудрый человек, если хотите, чтобы ничего не получилось, то не надо пробовать. Поэтому, ну, как бы, риск определенный, безусловно, это себе несет. Да? То есть Россия впереди, пытается это делать, то есть мы определенные предпосылки имеем для успешности этого проекта, то есть это не является какой-то непродуманным шагом. Да? Он просчитан, он обсужден, согласован, но это на самом деле, да, начало пути еще. То есть мы не можем сейчас там какие-то успехи предъявить, да, конкретно. Ну, я думаю, что в ближайшем будущем мы сможем сделать. А наш от индийский чем отличается? Только приложениями, которые... Z3, да, да, отличается, так сказать, прошивкой, да, то есть для России прошивка кастомизировалась, то есть, ну, например, у того же самого магазина приложения, о котором я говорил, его как такового на Z3, который для России, его нету. Да, потому что любой магазин приложений – это, ну, дополнительная угроза безопасности, на самом деле. Да? Вот, поэтому, ну, в общем, вот есть нюансы, как бы, да, которые продукты отличают. Хотя, если брать железку само по себе, она вроде как отличий никаких в себе не несет. Вот, если я ответил на вопрос. Спасибо. А можно сюда, пожалуйста? Здравствуйте, меня зовут Кирилл Чевилин. Я... Первый свой вопрос задам как представитель ресурса MimeAward, и он будет связан с магазином приложений. Потому что год назад устройства, которые демонстрировались на девелоп-платформе, они содержали магазин приложений. И я не сомневаюсь, что устройства, которые продаются в Индии, они тоже магазин приложений содержат. А вопрос такой. Приложение на самом деле было создано порядочно под этот магазин. И будет ли возможность корпоративным пользователям эти приложения на свои телефоны получать каким-либо образом? Ну, я понял. Спасибо за вопрос.
Значит, все приложения, которые будут ставиться на корпоративные телефоны, они будут отбираться. И, естественно, никуда не делись те 4 с лишним тысячи приложений, которые были написаны к прошлогоднему запуску. Они существуют, там идет и развитие определенное. И все, что можно из них как бы использовать для корпоративного рынка, будет использоваться. Вот. Поэтому я просто не тороплюсь отвечать на вопросы с подвохами там и так далее. Идет проект пилотный, идет впервые в России. И чего в этом страшного, я не пойму. Мы что, привыкли все время последними куда-то ходить? Вот, поэтому это пилот, который развивается для корпоративного рынка. Я еще вот хочу коротко ответить на вопрос. Да, если это будет соответствовать политике безопасности компании, да, для которой, собственно, формируется решение корпоратива, то да, можно устанавливать эти приложения. Я думаю, вот, можно? Да, конечно. Да. Марат Аркадьевич, задели за живое, проект жизни. Вот. И насчет вопроса с подвохом. Вот мы разобрались с соседом. Нам советовали разобраться с соседом. Действительно, в приложении есть инструмент. В той прошивке, а это компиляция, это сборка под Россию, которую мы сертифицируем, и в которую устраиваем MDM, систему управления. Наши было требование, в соответствии с моделью угроз для корпоративных заказчиков, убрать этот кусок кода, который возвращался в тот самый сервер вне облака корпоративного. Но этот инструмент, который используется для облака в ритейле, этот инструмент используется для действительно закачивания приложений из корпоративного сервера. Как эти приложения туда попадают? Как вариант, из 4000 через определенные проверки, это те же сканеры, те же мониторы. Для корпоративного заказчика мы, для Android, не только мы, несколько компаний и в мире, разработали, в том числе институтом, инструменты, которые сканируют код. И да, видно некоторые обращения, скажем, в телефонную книгу, всевозможных игр или будильника. Вот в этом случае, да, принимается решение. А нужно при таких вот обращениях, не те места, которые декларируются, или нет заказчику, принимает решение заказчик. То есть существует куча организационных мероприятий. Сертификация, аттестация, там, включение в ФАП, прочее, бла-бла-бла. Поэтому еще раз, для корпоративного заказчика этот инструмент в руках самого заказчика, для B2B, для B2C, пожалуйста, welcome в облако Samsung. Спасибо. И еще один вопрос. Я как представитель сразу двух научных организаций, это МФТИ и ЕФТИ. Вопрос такой. Было много сказано очень правильных слов, связанных с тем, что нужно создавать центры компетенции в России, нужно тренировать разработчиков, правильных людей. Вопрос такой. Будут ли как-то поддерживаться программы обучения, разработки под Tizen, разработки ядра Tizen и аналогично? Да, мы планируем эту деятельность наращивать. Я хочу сказать, что мы, значит, получили сейчас уже драфт учебника для написания приложений под Tizen на русском языке. Мы его сделали. Мы будем стараться сделать его на мультимедийной платформе, которую пропагандирует Министерство образования из Сколково. У нас есть большой долг перед ведущими российскими университетами с тем, чтобы с ними делать совместные проекты. Эта работа планируется. Она будет, конечно, сильно зависеть от того, как у нас успешно пойдут первые пилоты, потому что отличие бизнеса, что он не должен быть убыточным. Вот. И если он не будет убыточным, то мы, естественно, будем накапливать средства для того, чтобы развивать Tizen у народа. Вот. Для народа на всех уровнях, начиная со станции юных техников. Пожалуйста. Можно вопрос как раз вот от народа? Насколько я понимаю, но сейчас весь интерес Samsung – это корпоративный сегмент. И, соответственно, если люди на рынке B2C захотят приобрести телефон Z3, собственно, ставить на сторону. Надо заводить через Индию телефон или будет какой-то более прямой путь через Samsung? Ну, я бы ответил так, что если будет проект запуска клиентских телефонов на Tizen, то откроется, немедленно откроется магазин,
приложений для этих клиентов, открытый совершенно, как и полагается, как андроидные как бы, приложения для iOS. Все будут те же правила. Это произойдет сразу. То есть на первом этапе ну, достаточно четко определена целевая аудитория. Да? То есть это корпоративный сегмент и определенные как бы, заказчики с определенными требованиями. Да? А если вдруг мы поймем на каком-то этапе, раннем там, или позднем, что это устройство интересно и розничному потребителю, по каким соображениям, то, конечно, будет открыт канал продаж там и да. Но об этом речь пока как бы не идет, да, то есть это ну, вопрос будущего и как этот пилотный проект будет развиваться. Валерий Корчев, журнал Connect. Собственно, я понимаю, что для корпоративных заказчиков цена, наверное, не самая интересная. Но мне бы хотелось бы узнать, во-первых, с какого количества устройств вы разговариваете с корпоративным заказчиком, а во-вторых, стоимость проекта. Насколько я понимаю, там для корпоративного заказчика важна не стоимость даже самих устройств, сколько стоимость разработки, стоимость интеграции, стоимость вот, собственно, проекта. Какие-то параметры ценовые можете назвать по проектам? Я тут могу прокомментировать, что каких-то жестких ограничений на данный момент у нас нет. Ну да, с двух телефонов мы начнете. Нет, с двух телефонов мы, конечно, не начнем, но опять-таки, если весь проект по два телефона, то, конечно, смысл в этом. Да и заказчик сам ради двух телефонов, честно говоря, не придет, да, таких. По крайней мере, не было таких случаев, да, ни разу в истории. Вот. Но бывает зачастую, что начинается сначала как бы пилотный проект, то есть там бывает 10 устройств, 50 устройств, там 100 устройств, которые потом, ну, так сказать, после этого тестового периода, они могут перерасти там в тысячи, сотни тысяч устройств. Такое бывает. Поэтому вопрос звучал, как бы разговор начинается или не начинается, и какие ограничения. Ну, то есть вот для начала разговора ограничений, особенно учитывая, что это проект пилотный, их как бы нет. Нет, да? Ну, а можете назвать примерную стоимость вот для 10 устройств вот, проекта всего? Вместе с, понятно, с приложениями, с развертыванием. Я конкретно тротуаром хожу за заказчика, поэтому я не то что поспорил, я вам точно скажу, что по поводу корпоративного заказчика не важна стоимость. Я вас уверен. Как только от топа, как от топа заходишь чуть ниже, да, даже к нему, говорит, для меня, пожалуйста, там, а его 40 тысяч, 50, не вопрос. Но как только речь идет о тысячах, то тут появляется жесткое табу. На сегодняшний день это район 20 тысяч. То есть от 1000 до 100 тысяч, есть такие предложения. Партия табу выше 20 тысяч. Почему так было? 40 тысяч, 30 тысяч, это считается для тысяч телефонов, для корпоративных заказчиков, это было. Опять же, у заказчика, как правило, все зеркально. 2-3 категории. Это действительно топы, это средний уровень и тех, кому, у кого требования не столь велики к дизайну, там, может быть, к наличию предложений. Поэтому где-то вот потребность заказчика на сегодняшний день от 1000 телефонов и дальше, это где-то район 20 тысяч рублей. Это корпоративная модель. А пользовательская модель, сколько будет у нас, ведь она у нас тоже будет нижней ксвалы. Сейчас скажите меня правильно, чтобы я не был неправильно. Во-первых, я не Samsung. Раз. Нет, ну это вопрос. Я рассказывал о потребностях заказчика корпоративного. И если у Samsung это будет стоить дешевле и дороже, не ко мне. Еще раз вот про пользовательский клиент будет так же, как в Индии нижнего ценового диапазона. Еще раз, я вот комментировал, что пока про пользовательский, то есть для массового рынка, Z3 в России речь пока не идет. Вот говорили, что в 5 странах будет запущен в следующем году. Это на уровне обсуждения, то есть это пока... Это на уровне обсуждения, еще раз, это планы, да, то есть это не значит, что он будет запущен, неизвестно где, то есть это все, так сказать, пока на уровне планирования там, и обсуждения. Можно? Пожалуйста. Я тут вижу системное противоречие. Вроде объявляется открытая платформа, открытые
множество программистов пишут на нее приложения, то есть я так понимаю, что несколько десятков компаний написали. Вот, а потом не запускается в открытое пользование, то есть устройство. Да? Поэтому два вопроса, то есть с чем это связано, может быть, не знаю, требования Android или может быть у нас внутри организовалось какое-то препятствие. И можно ли Tizen инсталлировать на другие устройства? То есть и кто этим будет заниматься в России? Если это открытая платформа. Да, значит, про платформу я уже говорил. Я наблюдал, как инсталируется Tizen на другие устройства. Не слышу. Кто этим будет заниматься? Заниматься этим будут те, кому это выгодно. Как всегда, если не выгодно, не будут заниматься. Вот, поэтому он закачивается из сети, да, с сайта Tizen, вот, этот код платформы, и инсталируется на те устройства, которые есть у человека, да. Вот, и в этом смысле я видел, как это сажается на не самсунговские железки. Вот. Это раз. Во-вторых, не запуск в прошлом году, насколько я понял, имел технологические причины, потому что дело новое, так сказать, операционка новая. Видимо, сочли ее еще не готовой для запуска. И позже первый запуск произошел в Индии. Эти устройства продавались по 100 долларов. Вот. Это была первая версия устройства. Сейчас будут более совершенные версии, они, видимо, подороже будут стоить. И вообще на Тайзене будет целый спектр устройств. Вот. Поэтому картина пока пестрая, незавершенная, но нет сомнения в том, что платформа открытая, ее можно брать и использовать сейчас. Надо создать условия для этого, поэтому мы стараемся создать условия. Вот перевели учебник для написания приложения. Выложим его, конечно, в открытом доступе на русском языке, да? Будем стараться способствовать появлению различных железных платформ для моделирования всего этого на свете, на каждом. Вот. Это мы будем делать, потому что по совокупности своих свойств и качеств платформа имеет преференции для того, чтобы свободные люди развивали на ней все, что хочется, для интернета вещей. Поэтому наличие носимых решений, на телевизорах решений, на смартфонах и так далее, открывает возможность для этого широкого развития. Поэтому мы ее называем многоцелевой. И сейчас мы сегодня говорим об одном только аспекте. Об аспекте использования Tizen для обеспечения корпоративного рынка. Хорошо. Вы, надеюсь, понимаете, что если не будет несколько десятков миллионов пользователей в России, то значит разработчики просто не будут заниматься развитием? Ну, я бы так сказал, что поскольку мы стараемся удерживать взаимодействие с глобальной Tizen ассоциацией, все то, что пишет разработчик на для Tizen, оно будет иметь не только локальное назначение, но и глобальное. Вот рынок большой. Вот, и мы уже наблюдаем, что те, кто это делают, они остаются выигрыше. Пожалуйста. А у меня такой вопрос. Вы все-таки поясните по поводу этого российского проекта. По поводу этого российского проекта. Да, смартфоны, это сделано по заказу некоторого российского заказчика. Ну, то есть вот он уже оплатил там, ну не знаю, там, ну, то есть, там 1000 штук, 10 тысяч, 100 тысяч. Или этот проект реализован полностью за средства Samsung, и теперь он будет, ну, скажем так, отбивать какие-то деньги вот продаж. Если, в любом случае вопрос, если это заказывал из России, кто это заказывал и какую партию, если, значит, это ваша инициативная разработка, то на какие параметры продаж вы собираетесь выйти, ну, там, скажем, за год?
Прокомментирую. Значит, безусловно, то есть продукт не делался вот там без проведения, так сказать, сложного анализа, да, требования заказчика. И да, есть список заказчиков, от каждого есть список требований, да, к такого рода решениям, который был, ну, как бы, не